Друзья, всем привет! Ну что, такой вот у меня получился профилегиб, раскаточный станок. Вот. Ну что сказать, вроде пока все нормально, нужно, конечно, попробовать, и мы сейчас это проверим, как он будет делать арки. В принципе, ничего сложного, давайте я немножко расскажу в деталях. Значит так, в основании два уголка 60 на 40. Потом середина, где средний ролик, 35 на 35. Далее середина, та, которая с винтом, с гайкой, 60 на 60. Два уголка сварены между собой. Дальше винт, резьба на 16. Снизу шплинт, чтобы не падала вся система. Значит, средний ролик, 203 подшипники в двух корпусах. И эти корпуса прикручены к двум сваренным уголкам 60 на 60. Ролики кругляк диаметром 30, длиной 90. Значит, проточены и закалены, насколько это возможно. Средний вал кругляк 30 и длина 170. Значит, ролики снимаются. Очень просто, очень легко устанавливаются в профиль 20 на 40. Значит, расстояние между роликами в таком положении 200 мм. Переставляем на больший радиус, в таком положении 370 мм. Сделал такие вот направляющие для профиля, чтобы профиль шел посередине ролика. То есть можно их регулировать по ширине, ну и по смещению влево-вправо. То есть регулировочки присутствуют. Ну и, друзья, ручным приводом служит велосипедная педаль. Саму педаль я снял и надел такую вот трубочку на саму оську педали. Сидит на обычном велосипедном клине. И дополнительно для устойчивости сделал такие вот крепежи, чтобы можно было саморезиками прикрутить к столу. Ну и теперь самое интересное, друзья. Давайте покажу, как он работает. Значит, есть у меня профильные трубы длиной 3 метра 15 на 15. Попробуем сейчас сделать такой типа круг.
Ну что, друзья, такой вот результат. Так, раскатывает. Значит, с профиля длиной 3 метра получается кольцо в диаметре 900 миллиметров. Значит, еще скажу, что огромный плюс данной конструкции является тем, что у нее снимается вот эта вот часть с винтом. То есть откручиваем 4 болтика. Все это дело вытягивается. Свариваем концы трубы, согнутой уже кольцом. Вот. И вставляем, и сверху уже закрываем, на место все ставим. Вот. И сварочный шов мы зачищаем болгарочкой и прокатываем все кольцо, то есть со сваркой совсем. И в итоге у нас получается идеальное просто кольцо. Всем, кому понравилось, ставьте свои пальцы, ставьте свои оценки, комментируйте, спрашивайте, постараюсь ответить. Данный станок заводской стоит около 3000 гривен и выше. То есть, ну, реально, я на него потратил там, ну, гривен, может, 400. С подшипниками там, ну, даже 400 не потратил. То есть, гривен, может, 200-300. Вот я не подсчитывал, ну, где-то вот в этом диапазоне. То есть, ну, реально, в 10 раз дешевле сделать дома, чем брать покупный. То есть, офигенная вещь на грунтозацепы, на теплицы, на всякие арки. То есть, на что угодно, насколько хватит вашей фантазии. Вещь полезная, вещь классная, давно хотел сделать. Изначально еще хотел сделать на большие тиски, чтобы, значит, губки снять и потом там 3 ролика. Ну, эта идея как бы показалась мне не очень такой надежной, то есть там все держится на губках, на эти болтики, на 8. То есть, ну, реально получилось бы хрупкое, ненадежное. И немаловажно то, что тиски, как бы место вокруг тисок ограничено. А тут вот, пожалуйста, стол вынес, прикрутил, сделал, что тебе нужно, занес в гараж, то есть места мало занимает, вообще вещи офигенные. Все, друзья, всем спасибо, кто меня смотрел, ставьте свои пальцы, перчатки грязные, извиняюсь, но зато кепку поменял. Всем пока-пока, увидимся.